Всем большой привет, и давайте посмотрим, скажем так, начало нашей работы. Загрузим самую первую картинку на Shutterstock. Итак, вот оно, новое портфолио, совершенно новое, совершенно чистое. И давайте загрузим наши работы. Скажем так, это будет тестовая загрузка. Я сделала 5 симиляров, тут у нас какая-то информация идет. Мы сейчас загружаем вектор, то есть должен быть EPS файл и JPEG файл, размер и так далее. Вот мы поставили наши симиляры. Как видите, у меня в принципе все однотипное. Но сейчас мы отправим одну, сделаем у нее, как это называется, протабулируем ее. В общем, название, описание и ключевые слова, а здесь только описание. Добавим категорию и попробуем загрузить. Итак, наши работы загрузились. А обычно я пользуюсь каким-нибудь переводчиком, потому что сама я английский знаю плохо. Вот, ну, в принципе, это не помеха. Так, нам надо английский. Итак, в принципе, у меня цветы, абстракт, да, и мы такое же название и дадим, то есть открытка цветочного орнамента, ну и так далее. Итак, для того, чтобы подобрать ключевые слова на самом Шаттерстоке, мы какую-то ключевую фразу. И давайте сделаем подбор ключевых слов. Кстати, можно выбрать. Тут уже нам Шаттерсток предлагает. Возможно, оно нам подойдет. Смотрите, мы добавили все махом. Ну и давайте подбор ключевых слов. Итак, вводим сюда нашу фразу и нажимаем, выбираем векторные иллюстрации и поиск. И в принципе все, что содержит в себе цветочный орнамент. Но у нас, так как не паттерн, да, то есть у нас не бесшовный, я бесшовного не буду ничего выбирать. То есть я выберу просто такие вот узоры. Ну и в принципе все. Выбираем ключевые слова. Нажимаем копировать. Я нажимаю Ctrl-C и Ctrl-F. Я вставлю в отдельный файлик. Я буду в отдельном файлике, скажем так, собирать. А, у меня не скопировались ключевые слова. Давайте вернемся. Давайте копировать. Ctrl-C. Вот, вставилось наконец-то. И то же самое мы делаем с загрузками, да, то есть сюда вставляем Ctrl-V, наши ключевые слова и Enter. Вот у нас добавилось 37-36 ключевых слов. В принципе, для первого раза, то есть для проверки, да, пройдет, не пройдет, вообще что скажут, потому что экзамена я не проходила, ничего еще не загружала, это моя первая загрузка. Мне самой любопытно вообще, что получится. Так, давайте дадим какое-то короткое описание. Я отправлю только темную. У меня явно западает буква Е на клавиатуре, но слава богу переводит. В общем, перевел. Итак, потом как-то я все это распределю, то есть у меня будет в колоночку эти названия, описание, ключевые слова. Это, скажем так, на будущее. Так, а пока мы закончим с нашей загрузкой. Итак, вводим вот сюда, вот в описание. Выбираем абстракт и фон. В принципе, ключевые слова и описание.
на Shutterstock'е, а ну и две категории. Все бы выбрали. Напротив картинки у нас загорелась голубая галочка. Это значит, что картинка готова к загрузке. Я выделяю только одну ее и нажимаю «Отправить». Итак, барабанная дробь. Первая работа в новом портфолио отправлена. И будем ждать, пока оно пройдет проверку. Кстати, ссылка на это портфолио будет внизу в описании. И все, кто захотят, скажем так, следить, смотреть за обновлениями, можете также пройти и посмотреть. Все, всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Всем желаю удачи, творческих успехов и всем пока!